С 1 января должны были вступить в силу новые правила организованной перевозки детей, но изменения перенесены на 1 июля. Напомним, решение было принято после трагедии в Ханты-Мансийске, когда разбился автобус с маленькими спортсменами. Тогда погибло 12 человек. В ГИБДД поясняют, сейчас правила перевозки детей достаточно жесткие. Пристальное внимание к водителям и к состоянию транспорта. Автобус в обязательном порядке должен быть оснащен тахографом и системы ГЛОНАСС. С 1 июля 2017 года новые правила обязуют перевозчика использовать автобусы не старше 10 лет, которые соответствуют всем требованиям организованных перевозок. Эти изменения будут распространяться и на школьные автобусы. Пассажироперевозчик должен собрать необходимый пакет документов, который оговаривается в этом постановлении, и также эти автобусы осматриваются сотрудниками госавтоинспекции. Организация, которая осуществляет организованную перевозку групп детей, направляет не позднее, чем за двое суток до выезда информацию в подразделение госавтоинспекции об организованной перевозке